Здравствуйте, в эфире «Область сети». Как и чем живет Приамурье в социальных сетях, расскажу я, Руслан Козловский. Сегодня в программе все самое интересное за неделю, что вы публиковали, лайкали и комментировали. Начнем с новостей из мира животных. В дальневосточном районе Приморского края местные жители встретили тигра. Судя по кадрам, им удалось подобраться к хищнику и достаточно близко. Видео мы публиковали в нашем телеграм-канале. Публикация набрала больше 1000 просмотров. Никита, смотри, какая плюшевая. Смотри, вот она. Чё ты? Привет. Чё смотрите? Смельчаки за кадром интересуются, как дела у полосатого, а тигр решил долго на камеру не позировать. Покрасовался немного и ушел во свояси. Внимание, работает пушистый десант. На Сахалине с неба спустили собаку и непростую, спасательную. Для овчарки Нарджини сидеть и давать лапу только цветочки. Она каждый день тренируется, чтобы искать заблудившихся в горах и тайге. Уже десантировала со зданий, а в этот раз впервые с высоты 40 метров. Прямо из вертолета. Но не одна, с напарником Валерием. Видео, которое опубликовал один из амурских пабликов, посмотрели 16 тысяч человек. Какая она отважная! Умничка! Умиляются в комментариях пользователи. А мэр Благовещенска Олег Имамеев опубликовал на своей странице телеграм-канала видео с велозаезда. В спортивном мероприятии глава города принял участие 20 августа. Праздник спорта начался в 8 утра на набережной Амура. Желающих поучаствовать в велозаезде с мэром собралось немало. Как резюмировал Олег Имамеев после мероприятия, получилось здорово, душевно и искренне. Когда профессионал – не просто слово. В одном из китайских пабликов разместили видео, как парикмахер делает стрижки. Все бы ничего, вот только способы работы у мастера необычные. И это не все новости из Поднебесной. В этом же паблике можно посмотреть на вечерний рынок вкусняшек в Хэйхэ. На кадрах видны ряды лотков с фастфудом и уличной едой. В телеграм-канале уточняют, что туристам с юга Поднебесной, кроме еды, нравится вечерняя атмосфера рынка. Если вы стали свидетелем чего-то необычного, не забудьте поделиться. Отправляйте фото и видео на наш рабочий номер WhatsApp 8-914-596-4040. И, возможно, увидите свои кадры в следующем выпуске. У меня на этом все. До встречи в эфире и в социальных сетях.